Всем привет! С вами Кристина. И я, Антон. Мы основатели компании ANK American Educational Consulting, которая помогает ребятам со всего мира приехать в США по различным образовательным программам. И сегодня у нас необычный выпуск. Да, мы вам расскажем не о пути до США, а о том, что происходит, когда ребята оказываются уже в США. Мы построили комьюнити единомышленников в каждом городе, в котором у нас есть учебное заведение-партнер. А всего таких школ у нас 10. Ребята совершенно разных возрастов, кому-то нет 21, кому-то за 50, ну а кто-то приехал в 35 с детьми. Антон, расскажешь нам, как ребята становятся частью комьюнити? После получения визы студенты добавляются в чат своего города, в котором они будут проходить обучение. В этом чате ребята помогают друг другу. Например, ищут, с кем вместе снять жилье, кооперируются для путешествий, узнают необходимую информацию или делятся своей. Наши студенты проводят много времени вместе. Вот совсем недавно ребята в чате Сан-Диего собирались на Хэллоуин-пати от школы. Там были преподаватели и студенты нашей школы из разных стран. И мы с Антоном заглянули. Тоже, да, там были. Хэллоуин-пати была устроена самой языковой школой в Сан-Диего. Ребята хорошо подготовились к вечеринке. Вы только посмотрите, какое внимание все уделили своим костюмам. Наверное, они научились этому, когда ходили вместе на Комик-кон. Да, вы не ослышались. Наши ребята из Сан-Диего посетили Комик-кон 2022 вместе с преподавателем английского языка. Там они научились брать интервью на английском языке. А еще мы и наши студенты были в Universal Studios на Horror Night. Это ежегодное мероприятие, посвященное Хэллоуину. Там было ужасно интересно. Только представьте, огромный выбор комнат страха, сладости, украшенные в тему праздника, и множество хэллоуинской атрибутики. Конечно, нас там пугали только так. Дома с привидениями и лабиринты страха являются главными достопримечательностями этой ночи. В эту ночь там можно встретить Майкла Майерса, героев из фильма «Ас», мумию и других персонажей, которые всячески пытаются вас напугать. Кстати, интересно, что в эту ночь в Universal нельзя приходить в своих костюмах, ведь вас могут спутать с актерами. Мы взяли Дафф, это напиток из Симпсонов. Но это еще не все. Кроме посещения вечеринок и общественных мероприятий, ребята играют вместе в волейбол, теннис, серфят, катаются на лыжах и велосипедах. Ставь лайк, если ты рад за ребят. А еще наши студенты объединяются для путешествий. А где бы вы хотели побывать во время каникул в США? Вот наши ребята, например, вместе ездили в Лас-Вегас. А совсем недавно мы с Антоном и еще с парочкой ребят со школы летали на Гавайские острова на каникулы. Про это мы недавно рассказывали в своем видео, кто не успел посмотреть, оставляем ссылку в описании. И в нашем комьюнити уже более 500 студентов. Ой! Это не то. В нашем комьюнити уже более 500 студентов, и с каждым днем становится все больше и больше. Ребята начинают знакомство с комьюнити еще задолго до США. Вот, например, некоторые из них ищут единомышленников на встречах, организованных нашей командой. Последняя такая встреча, кстати, была этим летом в Москве. А вот ребята познакомились уже во время собеседования в другой стране, и все они становятся частью нашего большого американского сообщества. Мы на самом деле очень гордимся тем, что смогли собрать таких крутых ребят вместе. Приезжать в новую страну всегда страшно, но когда есть место, где тебе могут помочь с любым вопросом, это всегда здорово. Если ты хочешь ощутить на себе поддержку нашего комьюнити, то поступай в одну из наших школ. Список школ можно найти у нас на сайте, там же можно запросить бесплатный гайд. На этом все. Ждем тебя у нас в комьюнити. Приезжайте.